Диджериду – древний духовой инструмент аборигенов Северной Австралии. Он представляет собой длинную деревянную трубу без отверстий. Выглядит и звучит весьма своеобразно, немного пугающе и в то же время успокаивающе. Просто познакомился с человеком, который очень круто играет на этом инструменте. И ну вот что-то зацепило и решил попробовать. И вот уже 15 лет мужчина проводит концерты, обучает, изготавливает и продает диджериду, а еще лечит звучанием этого инструмента. Руслан играет на групповых занятиях йогой и уверяет, что звук способен привести человека к душевному равновесию и не довести до отчаяния. Через трансовые состояния выход на какие-то эмоциональные, ну, позитивные эмоциональные составляющие. Как и на уровне физиологии, да, то есть работа с зажимами, спазмами мышечными и так далее. И заканчивая какими-то психическими вещами, психологическими. Руслан рассказывает, что однажды он даже исцелил своего друга, у которого постоянно болело ребро, а в больнице ему ничем не смогли помочь. И он мне как-то говорит: поиграй мне, вот можешь поиграть. Я ему поиграю там минут 40, да, ставим диджериду вот на больное место, играя, у него проходит. В планах у музыканта проехать с концертами по городам России. На большую популярность не рассчитывает, поскольку признает, подобную музыку способен понять не каждый. А ближайший концерт в Барнауле пока запланирован на сентябрь. Анна Рашагирова, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком.